Здравствуйте, друзья и гости канала! В канун Нового года я отправилась посетить Пражский блошиный рынок. Ну, куда еще отправиться настоящему барахольщику? Если эта тема интересна вам, то приглашаю вместе со мной прогуляться и посмотреть, что интересного там продавалось. Эти деревянные куклы вырезаны вручную. В Чехии очень популярны кукольные театры, и есть специальные художественные мастерские, где изготавливают таких кукол. У этого продавца обычно много интересного, бывают винтажные куклы, но в этот раз мне приглянулась только пластинка с Карлом Готом. На земле стоят ящики, в которые сложена различная посуда, все вперемешку. И чашки, и фужеры, и кастрюльки, там, и могут быть вилки, ложки. В общем, там надо терпеливо перебирать все, чтобы найти что-то интересное. Причем надо быть внимательным, потому что иногда попадается битое стекло, и можно порезаться. Вот эта стеклянная ваза очень тяжелая. Я было подумала, не взять ли ее, но реально было ее очень тяжело нести. На столах стоит более ценная посуда, но в основном чешского производства. Симпатичный рисунок у чашек. На этом столе было все по 100 крон или 400 рублей. Только на видео я рассмотрела эти симпатичные бокалы с подвесками винного цвета. Очень жаль, а то бы я их взяла себе в качестве подсвечников. На этом столе чешское стекло и хрусталь. Вот этот мне понравился набор красивого нежно-бирюзового цвета, рюмки и графин. А еще понравился вот этот расписанный кувшин. Симпатичный кофейник, но без крышки. Пивная кружка расписана вручную. Такой традиционный чешский народный мотив. В ящиках не было ничего мне интересного. А я хочу показать вам, что я однажды здесь нашла. Вот так однажды, роясь в коробках, я, можно так сказать, нарыла замечательную продукцию Ленинградского фарфорового завода. Это сахарница. Очень жаль, но она была без крышки. Я реально там все перекопала в
поисках крышки, но не нашла. И вот она выполнена была в 1967 году художником Фирсовой. Называется «Сервиз букет». Ну и автор формы – художник Яковлева. На сайте Ленинградского фарфорового завода я среди художников не нашла Фирсову. Но в интернете есть о ней информация, есть похожий сервиз, по-моему, он называется «Весна», как-то так. Ну и мне очень понравился рисунок. Посмотрите, какие нежные, при этом яркие краски. Как красиво видела мир эта художница. Радостно. Жалко, крышечки нет. И еще была с таким же рисунком чашка. Вот так она выглядит. Здесь тоже есть та же самая подпись. Так что у нас тут с резкостью. С резкостью все плохо. Та же самая подпись, букет, роспись художницы Фирсовой. И год 1967 год. И форму выполнила художница Яковлева. Блюдца к чашечке тоже не было. Но чашка цела. Это какая-то пыль прицепилась. Чашечка полностью целенькая. И еще одна находка продукции Ленинградского фарфорового завода оказалась нецелой. Вот нашелся такой чудесный чайник. Он внешне абсолютно цел. И, в общем-то, я и не приглядывалась, потому что он стоил сущие копейки. Вот крышечка, я так посмотрела визуально, вроде бы цела. Посмотрела на отверстие, тоже все цело. А потом уже дома оказалось, что ручка, она имеет люфт, и там, если изнутри посмотреть, но вам не видно, потому что темно, есть небольшая трещинка, вот как раз в том месте, где крепится ручка к телу чайника. Очень жалко, очень, потому что иначе он полностью целый винтажный чайник. Что тут написано? Не знаю, что такое 15 граммов. Что такое 15 граммов означает на чайнике? Без золота. Ну, чудесный. Но, к сожалению, им нельзя пользоваться. Только любоваться. Продолжаем путешествие по блошиному рынку. Вот эта обезьянка – предмет коллекционирования, кажется, выпускалась в ГДР. Каждый раз встречаю ее на барахолке, думаю, не купить ли в коллекцию, и почему-то каждый раз не покупаю. Ну, наверное, она мне не очень нравится. Здесь много винтажных игрушек, машинки, иногда в таких местах целые очереди стоят из коллекционеров. Этот кулон по весу очень легкий. Скорее всего, это уже современная какая-то китайская бижутерия. Чешская винтажная бижутерия, она такая очень приятная. Когда ты ее берешь в руки, она приятно тяжелая. Солонка советских времен. Эти куклы из целлулоида выпускались в Чехии в 50-х годах 20-го столетия.
не первый раз встречаю так безжалостно истыканных кукол. С помощью иголок к телу куклы крепилась одежда. А вы что подумали, что это куклы Вуду? Рассматривала, хотела купить этого парнишку, думала, и так и не легла у меня душа к нему. Эта куколка в чешском национальном костюме уже современная. Неудобно было тянуться, поэтому эх-эх-эх, пришлось ее тащить за волосы. Симпатичный шкаф, расписанный в чешском национальном стиле. Ну, такая мебель стояла в сельских домах где-то в 19 столетии. Было очень много дешевых книг, иногда в этих ящиках можно найти и книги на русском языке. А это герой знаменитого чешского мультфильма о кротике. Я помню, как в детстве ждала и радовалась, когда его показывали в передаче «Спокойной ночи, малыши». Еще был любимый чешский мультфильм о крыжемилике и вахмурке. Повстречалась очень интересная книга. Посмотрите, какие красивые иллюстрации. Рисунки растений выполнены известным чешским художником Йозефом Манесом. А здесь очень много бижутерии, и часто ищут какие-то компоненты для ремонта винтажной бижутерии. Небольшие книжечки – это молитвенники, они на чешском языке. Более ценные предметы, предметы из драгоценных металлов, находятся у продавцов за стеклом. Мне понравились вот эти мокко-чашечки. Видно, что они старенькие, но я их долго разглядывала. Они имеют, во-первых, потертости, во-вторых, одна пара, она разная, то есть блюдце от одного производителя, чашечка от другого производителя. И как-то думала-думала, но не купила. Да и очень дорого просила продавец за все, что она там продавала. Там и другие у нее были предметы интересные. Но все подходят, спрашивают цены и уходят. Вот эта чайная пара от Велерой и Бог, за нее продавец хотела 200 крон, это получается 800 рублей.
В этот раз на барахолке я практически ничего не купила из фарфоровых изделий. Ну, что-то нравилось, но не до такой степени, чтобы я это приобрела себе. Вот купила винтажную мебель, это кукольная мебель в очень хорошем состоянии, все абсолютно целое, сохранное, нет никаких даже каких-то царапин видимых. 4 стульчика и вот такой столик. И купила маленькую куколку. Это куколка немецкая фирмы Ари. Ну, в общем-то, и все, если я не ошибаюсь. Из моих покупок в этот раз не мыла перед Новым годом на оплаченном рынке. А тут все зашито, я, к сожалению, не могу. Людей было много, продавцов было много. Это такое грязненькое, но это все вымоется. Платьице оригинальное. Ну и куколка такая симпатичная. Будет сидеть на этом стульчике. Оп, вот так. И в этот раз это все мои покупки на блошином рынке в Праге. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, дайте знать, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока, всего наилучшего. Я знаю, что мои видео смотрят знатоки. И вот у меня такой вопрос, обращаюсь за помощью, определить, это вообще выпущено было в Советском Союзе или нет. Вот такая крышечка, это доливочный чайник. У него очень интересная форма, и мне как-то где-то в видео одного из блогеров попадался чайник, по-моему, Дулевского завода, вот похожей формы, но по фотографии, к сожалению, я ничего найти вот похожего с такой росписью не смогла. На самом чайнике никакой атрибуции нет. То есть непонятно, где его выпустили. Этот рисунок, это, видимо, какие-то маки. В такой же технике я находила роспись на фарфоровом изделии, выпущенном в Чехии. Но такой формы чайников доливочных я не нашла ни на одном чешском фарфоровом заводе. Так что это такой вот загадочный чайник. Я вообще не знаю, зачем я его купила. Мне не очень нравится сам рисунок. Мне кажется, он достаточно такой, ну, оляпистый. Но он никому не нужен был, этот чайник такой одинокий. И меня его форма заинтересовала. Исключительно из-за его такой удивительной пузатости. Ну, если видели, если знаете что-то похожее, пишите, буду вам благодарна за комментарий.